63 миллиона рублей. Именно столько выделила «Алроса» для проведения ремонта в помещениях здания Удачинского отделения культурно-спортивного комплекса и плавательного бассейна «Русалочка». В фойе и во многих других помещениях работы уже закончены. На этой неделе завершается чистовая отделка. Наша задача, значит, сделать капитальный ремонт спортзала, зала борьбы, раздевалок и тренажерного зала, что мы заканчиваем 28 февраля. А вот главную сцену города ждут большие изменения. Работники сцены в основном женщины. Чтобы поменять какую-либо декорацию, нужно поднять вот этот груз с помощью вот этого троса. А это сделать не так просто, поскольку вес груза около 10 килограмм. Скоро оформлять сцену можно будет с пульта, говорят специалисты. Здесь было все ручной привод механики сцены и софитов, ну, световых ферм. Мы это все перевели с электроприводами. То есть теперь не надо будет все это вручную напрягаться и менять груза. Я все нажал кнопочку, и все опустилось, все поднялось. То есть труд работников сцены облегчился десятки раз. Любителей спорта «Алроса» также не оставит в стороне. Готовятся к сдаче в эксплуатацию современные спортивные залы. В зале борьбы, футбола, волейбола будет смонтировано специальное современное покрытие, соответствующее всем требованиям при занятии спортом. Оно не скользит и максимально служит для предотвращения несчастных случаев. Само покрытие, вот оно в рулонах лежит там вдалеке, это венгерское покрытие фирмы Graba Sport, 8 мм, называется оно Extreme. То есть это, наверное, в своей линейке лучшее покрытие. И обладает сертификатами FIBA и является, ну, наверное, одним из самых лучших покрытий не только, естественно, в России, да, а вообще во всем мире. Совсем скоро общественный центр станет настоящим дворцом культуры и спорта, где удачницы смогут комфортно отдохнуть. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».